А перед началом данного видеоролика хотел бы вам сказать то, что первая ссылка на рассылку будет в описании, вторая ссылка обязательно вступайте в нашу беседу ВКонтакте. Первая ссылка, это прямо вот очень нужно на нее подписаться. На рассылку обязательно нужно подписаться, потому что без рассылки вы меня потом нигде не найдете. Это первая самая ссылка, и она очень важна. Ну а победителем прошлого ролика становится вот этот вот челик. Он получает 31 рубль. Отпиши мне ВКонтакте со всеми доказательствами, и ты заберешь свой приз. Ну а чтобы принять участие в следующем ролике, тебе нужно поставить лайк, подписаться на канал, оставить один положительный комментарий. С помощью лайков мы разыграем бабосики. Допустим, если набирается 40 лайков, разыграю 40 рублей. 50 лайков, 50 рублей. И так далее. С помощью комментариев мы берем рандомного человека, который заберет весь приз. В общем-то, участвуйте, выигрывайте и побеждайте. Но мы переходим к ролику. Погнали, парни. Блять, нахуй я завлынил. Пиздец, 4 косаря бы вывел и все. И хуй бы не дул. Понимаете, 2 раза завлын, это пизда, нахуй. Раз, 811, еще раз, 811, 3 кэса есть. Фу, 3 кэса есть. Чем так играл, блядь? Четыре с половиной, блядь. Фу, вернулись. 91 рубль. Еще раз. 11. 5 штук. Блядь. Пиздец, нахуй. Вот это я игрок. 6 штук вывести. Чего мне еще не хватает? Я не понимаю. Шесть, 144. 44. Блять, я хотел поставить. Пиздец, чего мне еще не хватает? Я уже 6000 поднял. Чего мне еще не хватает? Охуеть, я кому-то, по-моему, сегодня ревку прокачал на ковыре, пизда, нахуй. 6383. До 6,5, короче, идем. И все. И вывод нахуй. Просто тупо вывод. 185 больше. 6600. Пиздец, это пиздец, пацаны. Еще раз. Чарльз. 411. Фух, 7 косарей. 7 косарей, все, это нахуй вывод, все, я ебал в рот, это такие эмоции, что пизда нахуй. 7000 на вывод, все, пацаны, в общем-то, подписываемся на канал, не забываем ставить лайки, оставляйте пожелания в комментариях. Поднял 7 косарей с двушки, то есть это пиздец. Хотел 4, поднял 5, все нахуй, ну нахуй, я ебал вывод. Да, все, всем удачи, всем одесса, пиздатый ролик.